Ловля радужной форели чрезвычайно популярна во всем мире, и особенно в Японии. В стране восходящего солнца существует целая индустрия – Area Fishing, в которую вовлечены не только владельцы прудов и рыболовы, а и все производители рыболовного снаряжения. Ведь для такой рыбалки необходимо специальное удилище, катушки, лески и особенно приманки. До последнего времени в Украине о такой рыбалке было известно только понаслышке. Но все меняется, и вот недавно на коммерческом водоеме «Белые камни», что находится на территории Киев-Рыбгоспа, прошли первые украинские соревнования «Белые камни 2013». На премьерный турнир зарегистрировалось 19 участников, причем некоторые для того, чтобы принять участие, приехали из Харькова. В основном публика – продвинутые любители, хотя присутствовали именитые спортсмены и представители рыболовного бизнеса. Спонсорами выступили компания SV Fishing, Ibis, Простор24 и Фонарик.com. Ловля проводилась согласно международных правил по принципу «поймал – отпусти». Обязательным условием для участников было использование одинарных безбородочных крючков и подсачиков. Система подсчета баллов и определения победителя тоже международная. Для того, чтобы показать высокий результат, необходимо ловить рыбу в каждом из 4 туров протяженностью в 1 час каждый. В 7 утра началась регистрация участников, на которой спортсмены провели жеребьевку, чтобы распределить стартовые сектора. На момент проведения соревнований, по подсчетам ихтиологов, в водоеме присутствовало около 300-400 кг радужной форели. А для того, чтобы клев был активней, за 1,5 часа до старта соревнований в пруд запустили еще центнер рыбы навеской 300 и 500 грамм. После напутствующего слова главного судьи Ильи Краснова участники заняли сектора и по свистку принялись полоскать воду приманками. Поклевки не заставили себя долго ждать. Рыба из свежего запуска всегда очень активна и хорошо реагирует на яркие, заметные колеблющиеся блесна. В первом туре было поймано 78 форелей, а максимальный улов на одного рыболова составил 13 хвостов. Отличился киевский спиннингист Андрей Жданов, который одержал победу в этом туре. А с баранкой, то есть не поймав ни единой рыбы, на финиш пришел всего один рыболов. Второй тур прошел откровенно плохо для большинства участников. Максимальный улов составил всего 4 рыбы. Но несмотря на это, подавляющее число рыболовов свою рыбу все-таки поймали. В третьем и четвертом турах верхние строчки протоколов заняли те рыболовы, которые вовремя сориентировались и приняли ловить рыбу на колебалке, применяя яркие цвета. В обоих турах победил Владимир Воротняк, поймав в них 6 и 5 хвостов соответственно. По итогам соревнований третье место завоевал Александр Жадан. Приняли участие довольно-таки очень сильные спортсмены, с которыми было очень тяжело соревноваться. Также я хотел бы поблагодарить людей, которые сделали это озеро. Все-таки половить форель в Киеве сегодня — это, наверное, единственное место, где можно половить и сразу через 5 минут быть на работе. Учитывая то, что я все-таки провел пару тренировок на этом водоеме, результатом я все-таки остался доволен, потому что для меня это довольно-таки высокое место на этом турнире. Я использовал блесна СВ и практически, вернее, колебалки СВ, и практически вся рыба была поймана только на колебалке СВ. Второе — Владимир Воротняк. Очень приятно, что в последнее время японское национальное увлечение Area Fishing, которое очень популярно также и в Европе, наконец-то дошло и до нас. Очень приятно было присутствовать сегодня на этом замечательном водоеме, изрядно зарыбленным нашей любимой рыбой, то есть форелью. Вот. Ну и, собственно, результат тоже, я не думаю, что очень плохой, хотя, конечно, мог бы быть и лучше. Дело в том, что немножко просто поздно я нашел ключик к местной форели. Но, в принципе, очень приятно было находиться в такой замечательной компании. Встретил старых своих друзей, которых не видел долгие годы. Ну, и также увидел друзей, которых вижу постоянно, рад был с ними, так сказать, пободаться. Вот. Ну, и очень бы хотелось, чтобы такого плана мероприятия все больше и больше проводились на нашей украинской земле. Вот. Что касается тактики, то первые два тура ловил на
колебалки, то есть это стандартная приманка, которая используется во всем мире при ловле радужной форели в озере. А победителем стал известный спиннингист Григорий Молодчик. Один из немногих, кто смог поймать рыбу во всех четырех турах. В первую очередь, конечно, хочу выразить благодарность такому прекрасному водоему, хозяеву этого водоема за его создание, за его зарыбление, за заботу о рыболовах, не только спортсменах, но и увлеченных любителях. Очень, очень приятно удивлен сегодняшним результатом. Хоть, конечно, все едут за победой, но никогда ее до конца не ждешь. Ловил в основном на колебалке, прежде всего от полутора до двух грамм. Ну, в целом, в четвертом туре, в последнем, я попробовал ловить на резину. Первый раз ловил на резину форель. Не скрою, что подсмотрел технику у соседей. Просто было интересно попробовать. Ну, получилось. Тур не нулевой. Наверное, своего добился. Спасибо спонсорам за призы. Желаю удачи всем. Максимальное количество форелей, пойманное одним спиннингистом во время соревнований, составило 16 хвостов. А всего за время соревнований было поймано 131 рыба.